1916-1917 годах после первых не слишком удачных опытов с танками ЦА, один Шнейдер и Сен-Шамон, французское министерство вооружения пришло к выводу о необходимости разработки качественно новых боевых машин. В разработке уже находился чрезвычайно удачный танк Ремуэ Т-17, первый танк классической компоновки с башенным размещением вооружения. Он отлично подходил для поддержки пехоты, но был слишком слабо вооружен и легко бронирован для прорыва укрепленных линий обороны. В декабре 1916 года консультативный комитет по штурмовой артиллерии разработал проект нового 38-тонного танка с бронированием толщиной 35 мм и вооружением в виде 105-мм пушки. Подобная машина, по мнению военных, была бы устойчива к попаданиям снарядов полевой артиллерии и обстрелу бронебойными пулями, и могла бы своим огнем подавлять любое полевое укрепление. К этому времени опыт применения первых